Jasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarvaguna istatra samajati suraha haru avaktasya kuto mahadguna manurathena asato dhavato vahi Gauriya Goshtipati Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told Гауриа Гоштхипати сказал, что источник трансцендентного звука, откуда исходит Апракрита Шабда Брахма, он зовется Гуру. Он зовется Гуру Таттвой. Гуру Таттва значит Шабда Сварупа, она уже присутствует там, Сидда Махатма. Гурудев, как можно осознать эту Гуру Таттву? Гурупад Падма, у него должна быть форма в том духовном мире, кто тот, кто действует как Садгуру, тот, кто действует как Садгуру, у него должно быть существование в том трансцендентном мире, иначе он не может действовать как Гуру. Иначе этот трансцендентный звук, он не сможет зайти с его уст. И также можно вспомнить, я часто говорил об этом, и вот Махарадж сегодня говорил также об Снигдашишье, о том, что нет никакого секрета Баджана, который Садгуру не мог бы открыть своему истинному ученику. Это не может быть такого, чтобы был бы какой-то секрет, который Гурудев не мог бы открыть перед полностью предавшимся ему учеником, настоящим учеником. И такой ученик зовется Снигдашиши. Но много раз Махарадж говорил, что значит Апракрита Шабда Брахма, то, что имеется в виду в английском, точнее в виду на санскрите, то ни английский, ни французский, никакие другие языки не могут представить этого, поскольку если мы хотим что-то сказать, как-то перевести какой-то санскритский термин, то такое явление случается, что майя, она не позволяет нам, она не позволяет нам показать настоящее значение этого слова. И вот снигда, если переводить на другой язык, значит, буквально такой спокойный, умиротворенный, но это не то. Есть гораздо более глубокое значение этого слова «снигдашиша», которое тяжело выразить на других языках. И вот Бхактихридой Бондов Гасай Махарадж, он, когда переводил Бхакти Расамриту Синдху, по-моему, но он там в предисловии сказал, что тяжело, очень тяжело выразить на других языках то, что описывается на санскрите, но все же он попытается это сделать. Но смотрите, то, как сказал Бхактивинода Такур, его пояснение, его перевод наиболее близок к истине. И вот что значит «снигдашиша». И вот если мы не «снигда», Шиши, то мы не можем принять Апракрита Таттву от Гурудева. Бхагава Таттва, она ждет нас, но мы не можем принять ее до тех пор, пока мы не обретем это качество Снигда Шиши, такого настоящего истинного ученика. И вот до тех пор, пока мы не обретем такое качество, и мы не станем настоящим учеником, то мы не можем получить все благо,
который мог бы дать нам Гурудев. И вот Шрила Прабхупад говорит о качестве, с помощью которого можно принять то качество, которое позволит нам принять Бхагаваттатва Вигьяну от Садгуру. Это качество зовется Снигда, Снигда Шишья. Для Снигда Шишья, Снигда, у ученика такого нет никаких препятствий для обретения милости от Гурудева. So, though you are not educated, but still, if you are 100% inclined and you are enjoying the full kripa of Gurudev, affection, in that case, be sure Krishna is going to restore. Вот если такой человек получает милость Гурудева, то будьте уверены, что он также обретет полную милость Шри Кришны и Татва Гьяну, и Татва Вигьяну. И вот не может быть никакого недостатка. Вот, вот в одном из киртанов говорятся такие слова: «Джигита вечера, кичуна хипай тумаро». Вот, это, вот это, эти строки. Если бы Гурудев, то есть говоря правду, если бы Гурудев он смотрел на достоинство учеников, которые собираются получить дикшу, то таких бы было очень мало. И поэтому милость Гурудева, она прежде всего важна для нас, поскольку если мы будем смотреть на свои качества, то в этом случае... То есть тут вопрос милости, он уже меньше, но у нас главное — это милость. То есть по милости Гурудева можно получить то, что мы даже недостойны получить. И вот как же понять, что какие-то ученики, они стали Снигда Шишьей, например, Шрила Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа, а другой ученик, он получил милость Бхакти Вайбава Пури Госвами Махараджа, а другой, какой-то ученик, он Снигда Шишья, Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махараджа. Как понять это? Есть определенная формула, с помощью которой можно понять. И вот Шрила Прабхупад говорит, если вы можете видеть всю Татва Сиддханту, весь этикет, все, если все качества отразились в сердце ученика, то будьте уверены, что такой ученик, он Снигда Шишья, а другие качества, когда... Если весь мир он поклоняется какому-то человеку, который служил Гурудеву, вот это не показатель. И вот вы можете помнить, как это было возможно для Куреша обрести всю силу Рамануджачари, как это было возможно для Куреша получить всю силу Рамануджачари. Да, для него это было возможно. Если была бы Гуру Крипа, то по милости Гуру можно обрести все Гуру Крипа Хи Кевалам, главное сокровище, главное богатство. Главное богатство. То, что мы должны принять прибежище у Гурудева и обрести его милость Гуру Крипу, это не история, это не ложная философия. Когда Бхагаван Шри Кришна, он говорил Судама Випре, можно вспомнить, Судама Випра, он был другом Кришны в детстве, и вот спустя долгое время Кришна, он был в Двараке, и Судама Випра, он хотел встретиться со своим этим другом детства.
И вот они встретились, и там Бхагаван Шри Кришна, он сказал такие слова. И вот те, Пуре дехе васати ити пуруша. Пуре дехе васати ити пуруша. That's why Puman. Puman means mankind. И вот и слово Puman значит тот, кто находится в человеческом теле. И вот для таких людей единственное сокровище, это единственное прибежище, это милость Гурудева. И вот Бхагаватам говорится, Бхагаван Шри Кришна говорит, Судама Випре. Нет ничего, никакого другого, что можно было бы сравнить с Гуру Севой. Гуру Сева, она несравненна. Это то, что может дать нам надежду обрести связь с Шри Кришной. И не только это даст нам возможность достичь духовного мира, чтобы получить вечное служение там. И вот поэтому Бхагаван Шри Кришна, он говорит такие слова. Тусям сарвабхутатма гуру сусса зирайтитха. Гуру сусса са, I'm serving Gurudev from heart. Вот служить Гурудеву со всем сердцем – это наивысший образ баджана, через который можно достичь успеха в вашей жизни. Кто-то занимается арчаной, арчан, она тоже хороша, поскольку без арчаны мы никогда не сможем повторять харинам должным образом. И вот кто сказал эти слова? Нарада, он сказал жизнь за жизнью. Он поклонялся, он говорит, что тот, кто жизнь за жизнью поклоняется Васудеву, то у него он может повторять имя Кришны, Шабда Брама, иначе другие люди они не могут этого делать. Может, в этой жизни какой-то человек не поклоняется, имеется в виду не совершает арчану, но это не значит, что в прошлой жизни он не поклонился Господу, как в примере с Рупа или с Санатаной или Дживагасвами. В этой жизни нельзя найти, что они поклоняются Господу или Гуркешу Дасбабаджи Махарадж. Они не совершали храмовое поклонение, но с помощью харинама, с помощью святых имен они таким образом поклонялись Верховному Господу. Бабаджи Махарадж тоже каждый день совершает поклонение. Не совершив пуджу поклонения Господу, то Махарадж совершает поклонение после... Вот, во время Аника, в уме он совершает все поклонение. Итак, домохозяева должны совершать поклонение без арчаны, не все могут достичь совершенства. Хотя арчана, нельзя сказать, что арчана – это баджан. Это один из видов баджана, в котором материя имеется в виду чинмой, то есть вот Шрила Прабхупад говорит в арчане какие-то материальные вещи. И занимаются в поклонении, и наш ум, но наш ум не может просто взять и заниматься поклонением, поэтому совершается будто шуди. И вот те, кто не гауди, они
Но Будда Шутхи — это она вспомнить о Верховном Господе и вот произнести определенные мантры, которые это памятование о Господе, она очищает наш ум, наше тело. И тогда на какое-то время, поскольку конечно Тикари может для Арчаны, для поклонения Господу, он, и вот благодаря Арчане кто-то может достичь какого-то совершенства, иметь в виду возвыситься, но потом, если такой человек занимает, возвращается к каким-то своим материальным делам, он опять опускается на такой материальный уровень. И вот, но вот Арчана нужно совершать вместе с воспеванием святых имен Харинама Панчататвы. Это очень важно. Вот Гуру Сева и Харинам Сева. И вот такие начинающие преданные, если они не будут совершать этого, то они на своем начальном уровне застрянут надолго. Канишча Адхикари, он таким образом может возвышаться. И вот Канишча Адхикари, он может возвыситься и достичь уровня Мадхьяма Адхикари, и после этого сверхшая баджан, достичь Уттама Адхикари, это наивысший уровень преданного. И вот любую практику преданности, когда мы совершаем, мы должны принять прибежище у Гурудева, обрести милость Гуру. И вот любой вид баджана нужно совершать параллельно, воспевая святые имена. И есть среди этих 64 форм баджана, есть главные 9, и особо важные из них 5. И Махапрабху говорит такие слова. И вот различные виды баджана, вот в этой шлоке они перечисляются, это воспевание святых имен, проживание в даме и еще некоторые. И совершая их, то мы сможем прийти в соприкосновение с духовным миром. А если мы ленивы и не занимаемся этим, то вот так и будем находиться на каком-то начальном уровне. Жизнь, она очень коротка. И вот те настоящие саду, они молятся саду: «О Господь, о Господь, я готов любое время, если ты посчитаешь нужным, можешь забрать меня, я готов». Вот подобно тому, как если мы готовимся к экзаменам, то что-то учим, что-то подготавливаем. Но наш экзамен на духовной жизни, он очень широк и глубок. И вот Рупа Госвами говорит, что если мы хотим практиковать много вещей одновременно, то жизни нам не хватит на это. Мы должны что-то изучать, конечно, но нужно давать приоритет Харинаму Санкиртане и Харикатхе. Без Харикатхи никто не может жить в духовной жизни. Без Харикатхи никто не может прогрессировать в духовной жизни. Я вначале сказал, что источник трансцендентной Харикатхи, источник Апракрита Шабда Брамы, он зовется Гуру. Гуру. Кто такой Гуру? Тот источник трансцендентного звука, он есть Гуру, несомненно. Поскольку как, если у нас нет связи с трансцендентным миром, то
То есть, чтобы говорить настоящую харикатху, у нас должна быть связь с тем трансцендентным миром. И вот говорится, что арчана – это процедура арчаны, какая-то материя задействуется, какие-то духовные вещи, и так можно баланс найти. И вот благодаря арчане мы можем получить силу, соблюдая принципы чистоты и прочее. Но и когда мы достигнем уровня Мадхьяма-Адхикари, среднего уровня, то мы обнаружим, что вот подобно тому, как говорится в этом стихе, что трансцендентная апракрита арчана – это служение Господу. И вот та процедура, которая показана Рупа Госвами Падея на таком великолепном уровне, это служение Верховному Господу. И вот Кришна Бхагаван говорит, что будьте осторожны, внимательны. Пурна Прасанта, и значит, что не может быть никакого недостатка Прасанта Бхавы. Прасанта значит полностью, не имея никакого запаха вожделения. Мы должны понять, что на пути Шраута Пантхи имеется в виду полное следование нашей Гурварге. И вот если мы так следуем нашей Гурварге, и Гурудев полностью доволен нами, здесь слово «пурна прасантахи», то здесь двойное усиление слова используется. Не просто шанта, а прошанта. И по милости Садгуру, я всегда говорю о стандарте. И вот по милости Садгуру, если мы получим милость Садгуру, то будьте уверены, что вы получите милость Шри Чайтаньи Махапрабху и Кришны. Кришна, Он дарует нам милость через бхакту. И вот пурна прасантахи значит, пурна значит полное, а прасанта значит не может быть никакого неудовлетворения, никакого недостатка. Вот пурна прасантахи значит, пример этого – это Прохлад Махарадж. И когда Нарисим Хадев спрашивает о Прохлад, я тот, кто дарует, исполняет желание. Я хочу исполнить любое твое желание. Прохлад сказал, что мне ничего не нужно. Нарисим Хадев сказал, что нет, требуй все, что хочешь, я исполню. И вот Прохлад Махарадж сказал, что вы просите меня попросить какое-то желание от вас, но чтобы выразить вам почтение, я прошу о том, и вот я прошу, так я хочу исполнить мое желание о том, чтобы у меня не было никаких желаний. И Прохлад Махарадж, не имея никакой камы, никакого вожделения, он все равно просит Господа, чтобы он благословил его, чтобы у него не было никаких желаний. И вот Прохлад Махарадж, он
говорит, что он родился в семье демонов. Демоны обычно они стремятся к каким-то материальным вещам. И вот Прохлад Махарадж говорит: «О Господь, если вы хотите чтобы я что-то попросил у вас, то я прошу, чтобы никакого вожделения не никогда не было, и даже запаха вожделения не было в моем сердце. Вот в начале Кодан Бхагавати Санмоху Санмоха Сити Вибрам Сити Вибрам Чад Буддинасо Буддинаса Пунасан. Эйсро, in Gita, first of all, if you are going to get some attraction for any object, если мы привлекаемся к каким-то объектам, то мы уделяем внимание этому, медитируем на этом. Итак, общаясь с таким объектом вожделения, на котором мы медитируем, медитирование, оно оскверняет нас. This is a gradual procedure of degradation of bhajan humanity. И вот таким образом происходит деградация. Если мы привлечемся к чему-то материальному и захотим это иметь, и думая об этом, мы деградируем и опускаемся на уровень животного. Даже хуже, чем животного. И вот Шрила Прабхупад говорит, что те, кто тот человек, который не предается Верховному Господу, его представителям, он становится хуже животного. И тот человек, который не совершает совершенное самопредание Анугатью, a man who is not going to show 100% submission inclination, he is surely тот такой человек, он как животное, даже хуже, чем животное, поскольку животные могут до какого-то уровня опуститься, но потом уже не могут. Но человек, который не получил милости гуру и вайшнавов, тот, кто игнорирует следование гуру и вайшнавам, то такой человек, он деградирует и опускается ниже, чем животное. И вот эти слова значат, this word from Bhagavatam, what Krishna is speaking. И вот это из Бхагаватам. Вот говорится, что тот, кто достигает purna prasanta, prasanti, no kama, tranquil, very peaceful situation, no chanchal bhava. Any kind of chanchal bhava going to touch, contaminate your heart. In this chanchal bhava, contaminated condition, you cannot do hari bhajan. Haribhajan is not so, not a matter of joke, you know. I was today explaining this point. И вот Харибаджан — это не шутки. И вот я Махарадж говорил, что когда Рамананда и Махапрабху в Видьянагаре на берегу Годавари, они говорили в каком-то доме брахмана. И вот Сичитани Махапрабху говорил, что иногда кто-то не может избежать вожделения, какие-то желания у него, но не. Такой человек все равно любит Кришну. Без Кришны он не поклоняется никому.
но какое-то вожделение в его сердце мешает ему, и вот Бхагаван Шри Кришна говорит, что пойдет первое с, и вот по милости Гуру и Кришны, так и люди, как, имея вожделение, когда совершают баджан, и так по милости Кришны, кама вожделение уходит. И будьте внимательны, это может случиться с тем, у кого нет никаких корыстных желаний. Какие-то люди поклоняются полубогам для исполнения своих желаний. И можно привести пример Прохлад Махараджа. Или пример Друва Махараджа. И я сказал, уже о том, что Друва Махарадж начал баджан по совету своей матери. И вот по совету своей матери он начал совершать баджан. И вот по милости Гурудева Нараджи Махараджа, в итоге, когда он стал успешен, он сказал Господу, что: «О Господь, я не хочу просить ничего у Тебя, о Господь». Okay, Sthana Vilasin Sapadishtitam. Sthana Vilasin Sapadishtitam. I started my И вот я начал совершать свой баджан с каким-то желанием обрести положение царя, но сейчас... Actually, Sthana Vilasin Sapadishtitam. Tvam praptvam deva munindu ujjam kacham vichinna nopi divvaratnam samin varanna jache. Hey samin, now I have no desire to get anything, any kind of benediction from you, because now all kama gone from my heart, all vanished. Но сейчас все вожделение ушло из моего сердца, и я ничего не хочу, но Бхагаван Шри Кришна сказал, что ты призвал меня, и чтобы выразить почтение мне, ты должен принять все, что просил. И вот по указанию Кришны, Вишну, он вынужден был получить положение царя своего отца Утанпады. И вот сила Кришна-бхаджана такова, что может достичь всего. И гуру и вайшнавы, они также могут даровать нам все, что мы хотим. Жизнь очень короткая, мы должны стремиться получить по-настоящему ценные вещи. Кто может гарантировать, что в следующей жизни мы тоже получим человеческую форму жизни? И вот мы должны решить совершать баджан с огромной решимостью достичь успеха именно в этой жизни. И вот в этой, вот то, что описывается в этой шлоке, это состояние такого снигда ученика. Снигда-шишья — это тот, у кого нет никаких
своих корыстных желаний, тот, кто хочет совершать служение своему Гурудеву. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур, он, и вот эта шлока, с которой Махарадж начал, она очень важна. Ясасти бхактир бхагавати акинчана. Ясасти ясо асти. Тот, у кого есть такое настроение баджана. Бхагавати, саптай югати, ин Бхагаван. Тот, у кого есть такая акинчана бхакти, тот, кто, у кого нет никаких посторонних желаний, в сердце акинчана бхакти есть единственное сокровище — это Кришна. И тогда можно сказать, что такой человек, он достиг состояния акинчана. No progress. Eh? Tumi to amar, ami to tumar. Yes. You are mine, I am yours. И вот в одном из киртанов говорится, что я твой, а ты мой. И ты, что Господь — наше единственное сокровище. И тот день, когда мы разовьем такое сознание, то можно сказать, что мы стали акинчана. И вот у кого такое есть качество акинчана бхакти, то внутри сердца все, внутри его сердца все полубоги пребывают, поскольку Кришна находится там. Кришна находится внутри коров, ну, имеется в виду таких классических индийских коров. Вот то есть Махарадж говорит, что это имеется в виду, что в такой классической индийской коровы, у которой есть связь с Сурабхи, то в них такое сердце, в их сердце такое проявленное Кришна находится. То есть у тех коров, у которых есть связь, которая имеется в виду, происходит от Сурабхи. Шрила Прабхупад говорит, сева — это слово нельзя где попало применять. Сева — это слово применимо к Хари, Гуру, Вайшнаву, вам, даме, нами, парикару, вайшисти. И то есть имеется в виду все, что связано с Господом, Его спутником, Его Харикатхой, Его и всем Его окружением. То есть нельзя слово «сева» использовать по отношению к людям, к обезьянам, собакам и прочим живым существам, которые не связаны так прямо с Господом. That just sasti bhaktir bhagavati apinjana sarva gunai satta sama sati swaraha. All demigods then. Все полубоги, они находятся внутри преданных, чтобы дать им особую возможность служения. Чтобы как-то служить преданным. Даже само мукти, само освобождение стоит с сложенными руками, чтобы оно ждет возможности совершить какое-то служение для такого преданного. И вот дхарма, арха, кама, они тоже. Take something, lot of money, where to keep, no bank, nothing, I have to pay to businessman, this is the procedure.
И вот в Бхагаватам, прославлении Бхагаватам, описывается, что в Кали-югу садху могут быть очень богаты и даровать деньги в долг всяким бизнесменам. И таким образом одни проблемы возникают. Много денег, ничего хорошего нет в этом. Поскольку если у человека много денег, то он может возгордиться и совершить какое-то оскорбление, как кто-то говорит, бедный саду, богатый саду, но это не какой-то аристократический саду, это неправильно. Саду значит саду. А по материальному их положению это нельзя их судить. Сураха значит все полубоги, они пребывают вот в таком желании служить. А в случае с непреданными, то нельзя ожидать, что какие-то возвышенные качества могут быть в них. Может, они какие-то сатвичные, но эта сатва, она материальна. Но будьте внимательны, Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве: о Удав, в начале всего, те, кто хотят совершать Харибаджан, те, кто хотят принять отреченный уклад жизни, как Брамачари или Саньяси, то для них это большая проблема, поскольку все полубоги, они все полубоги, они будут пытаться как-то скинуть с пути баджана такого человека. Майя, она появится в каких-либо формах, которые будут пытаться стать причиной падения. И вот Майяна будет пытаться как-то служить таким людям, принявшим отречение, чтобы скинуть их с пути баджана. Как у Гокишвадас Бабаджи Махараджи, какая-то Матаджи хотела помочь, но он не принимал никакой помощи. Because that rice is cold rice yesterday, and not only that, the snack going. Where is snack? Where is snack? И вот однажды Гуракишвардас Бабаджи Махарадж собрался есть какой-то рис, но какая-то матаджи сказала, что не нужно есть этот рис, он вчерашний, еще тут змея этот рис съела. И Бабаджи Махарадж сказал, что где змея, пускай она укусит. И вот на Бенгале Бабаджи Махарадж вот такие слова сказал. И вот мы должны быть очень внимательны всегда, быть осторожны. И Кришна Бхагаван говорит, что если кто-то принимает отреченный уклад жизни, то вот если Махараджа спрашивает, можно ли принять Брамачарию или Саньясу, то Махарадж говорит всем, что не нужно, нужно жить дома, совершайте баджан, поскольку это очень такой тяжелый путь. И только если можно найти какого-то преданного, который полностью совершенен, то тогда можно позволить такому человеку принять саньясу или брамачарю. А для других это очень такой редкий случай. Проще жить просто где-то дома и не принимать отреченные уклады жизни. Иначе Майяна будет только пытаться мешать нам. If find that jivatma is not cleaning room,
if the jivatma not cleaning clothes, not cleaning every nothing, then can enter into. Создайте какое-то привидение, когда оно видит, что кто-то, какая-то дживатма, то есть они, эти привидения, не на всех нападают, а те, ну, в которых можно захватить. И вот как эти привидения захватывают людей, подселяются, они считают. Могут ли они затмить их сознание, чтобы подселиться? Если не могут, то если это привидение видит, что не может, то он и не думает дальше. То есть если поддерживать чистоту, главное помнить Гуру, Вайшнав и Бхагавана, это зовется наивысшей чистотой. Также одежда в каком-то чистом виде нужно поддерживать, но это не столь важно, как памятование, чистота ума. И вот если мы... И вот если мы всегда помним Гурудева, Гуру Варгу и Верховного Господа, вот как в этом стихе говорится, тантра-мантра, сара-янтра, то есть ни тантра, ни янтра, ни всякие прочие проблемы. Если мы помним о Верховном Господе и поддерживаем чистоту, то ничто не может задеть нас. И Кришна Бхагаван говорит, те, кто не обретает такого бхакти, такие люди, они слабы, и для них Майя Деви, что говорить о нас с вами, даже Харидас Такур, он совершал баджан, и сама Майя Дурга, она пришла в форме прекрасной женщины. В Кули это было здесь недалеко, там на берегу Ганги какая-то пещера, где жил Харидас Такур. Вот Майя, она пришла туда, и когда Харидас Такур совершал баджан в Бинаполе, то тоже какая-то проститутка Лакахира, она пришла, хотела его как-то побеспокоить, но благодаря милости Верховного Господа никакая Майя, она не смогла задеть его. И вот если у нас есть возможность воспевать святые имена Панчататвы и Верховного Господа, то никакая Майя не сможет задеть нас. И вот когда мы воспеваем святые имена, то никакого... Если Махарадж хочет сказать Апракрита Шабда Брахма, тот объект, который именуется таким трансцендентным звуком, он не отличен от этого трансцендентного звука. Как, например, если мы говорим Вриндаван, то... Это слово «Вриндаван» не отлично от «Вриндавана». Когда Мадхавендра Парипад произносит вот имена «Вриндавана» Кришны, и то Нандан Кришна вместе с Вриндаваном, они находятся в этом звуке. Также, когда мы воспеваем святые имена Хари Кришна, то никакого промежутка для Майи не должно быть там, чтобы у нее не было возможности там появиться. Мы должны поддерживать чистоту ума, сердца. Когда мы совершаем Харинам с великим вдохновением, мы должны сесть на какую-то асану и можно сесть в какую-то йогическую асану, чтобы наш ум успокоился, вспомнить лотосные стопы Гуру, Вайшнав и Бхагавана.
doing round of Harinam. Before that, you'll have to speak about Panchatattva. Еще помогать перед тем, как воспевать Харинам, повторять Панчататва мантру. И так мы должны повторять святые имена по вот на мале. Большая бусина она олицетворяет Рада Кришну, 8 больших аштасакхи, а все остальные, всех других сакхи. И вот мы перед повторением святых имен мы должны молиться, молить, чтобы у нас не было никаких проблем во время воспевания святых имен. Some battery can go now. He is going feeling some problem. Some problem can be there. И вот и часто получается так, что майя, она мешает как-то нас, мешает, как-то беспокоит. Чтобы отвлечь на шум. I can discuss some point next day. Then Deo, Haruna, is all samadhi, all different kind of procedure. How you can fix up your mind? It's not a matter of joke. Follow. So now, what I mean to say, sarva gunai sattu samasate swaraha. But when those demigods can go on putting you in problem, you can go on putting you in problem. Так эти полубоги и прочее вся майя, она пытается как-то беспокоить нас во время воспевания святых имен и совершения баджана, но когда они увидят, что у нас есть непоколебимая преданность лотосным стопам Гурудева, то тогда все эти полубоги и все препятствия, они оставят нас. All the time like shadow, the demigod following you. If you are not going to serve them, if you are not going to serve any demigod, they can kick you. So long you are going to pursue, you know, violating. Вот если поклоняться каким-то полубогам, то они. If you are going to ignore, then kick you. Если они как бы ничего не делают, а если перестать к ним поклоняться, то они будут пытаться как-то отомстить. Вот как в случае с Нанда Махараджем, он поклонялся Индре, а когда перестал поклоняться, то Индра, он захотел отомстить ему. Конечно, был Кришна там, который спас его от такого наводнения. Когда Нанда Махарадж совершал пуджу Индре, он поклонялся Индре, не думайте, что он поклонялся, как обычные люди поклоняются полубогам, нет. Когда Нанда Махарадж поклонялся Индре, то это тоже была Кришна Сева, как вот Махарадж во время Пурушоттам Врата уже объяснял. Когда Нанда Махарадж и Враджаваси, они поклонялись Индре, то это тоже было их Кришна Сева. Но если мы поклоняемся Ганешу, то одно наказание получим. Я могу доказать, какую огромную любовь эти Враджаваси имели к Кришне, и никакое препятствие не могло находиться в их сердце, только их любовь и Кришна. Итак, если они поклонялись каким-то полубогам, то они поклонялись ради Кришны, чтобы Индра послал дожди, чтобы росла трава, которую можно было кормить коров, чтобы коровы давали молоко, которое ест Кришна. То есть их цель, их поклонение было Кришна Сева. Если мы поклоняемся Ганешу, например, то наш мотив, он другой, плохой. И поэтому нельзя сравнивать нас с ними. И вот, смотрите, когда
мы находим, что кто-то совершает служение полубогам, то Кришна говорит, они поклоняются мне, но не... Они поклоняются нелегально, поскольку Кришна, он изначальный источник всего. Если кто-то поклоняется полубогам, то это тоже поклонение Кришне, но не прямое, а косвенное, такое нелегальное. Без Кришны мы не можем поклоняться никому. Если мы поклоняемся Кришне, то все остальное поклонение, но автоматически совершается, поскольку Кришна — это он коренная причина всего этого мира. И вот если мы поклоняемся Кришне, то весь мир, он будет доволен нами, все миры, все будет довольно нашим поклонением Кришне. Для саду это говорится в Бхакти Расамрита Синду. Вот такие слова. Саду, он может очистить весь мир. И вот когда саду совершает харинам, памятует то Верховном Господе, то весь мир будет доволен этим. И вот в начале всего полубоги, и вот когда эти полубоги видят, что у нас есть огромная любовь, огромное влечение к Гуру Вайшнаву и Бхагавану, то эти полубоги не только мешать не будут, но и помогать будут. И поэтому вот в этой шлоке говорится, что все полубоги, они находятся имеется в виду те преданные, которые служат Кришне с такой акинчанной бхакти, то им полубоги, они помогают в служении. А среди непреданных, как можно ожидать какие-то хорошие качества? Что значит хорошие качества? Значит, трансцендентные качества. Поскольку они непреданные, у непреданных тоже могут быть какие-то качества. Это значит трансцендентные качества. Те, кто не совершает харибаджан, нельзя надеяться, что какие-то хорошие качества будут в них. И вот наш ум, он подобен колеснице. More can run faster than sound, supersonic, you know, than your mind. Ум, он может быть быстрее звука, быстрее света. Czechoslovakia, here, there, England, America, you are going all the time. You are staying here, Harigatha, but you are gone to America or Italy. Who can say? This way, mind is the best chariot. If you take the help without any fare, why you are going to pay 70,000 rupees fare for plane fare? They can go automatically here and there. But here it is written, not a matter of joke, is it haro bhakta se kuto mahatguna? Go where? Where? We can get nice qualities in non-devotees? Because they are sitting on the mental chariot and running crazy here and there in Panchal Khetra. Panchal, you know? Панчал, что значит, если
But Panchakshetra actually means five different rasa field. Sabda, spasa, rapada, rupa, rasa, gandha. Five different rasa field. Имеется в виду, что наш ум стремится наслаждаться разными пятью вкусами, пятью видами наслаждения. Звуком, образом, запахом, прикасанием, осязанием и вот еще чем-то. If I find your heart, mental position, always resting on. Если мы находим, что наше сердце, наш ум, он всегда привлечен саду, гуру, вайшнавами, бхагаванам, то можно сказать, что мы достигли саттва гуна. Саттва имеет, насмотрите, саттва имеет какое-то существование в материальном мире. Но есть еще разница между саттва и апракрита саттва. In the life of Srila Bhaktivedanta Bhagavan. И вот Махарадж сказал предисловие, но сейчас он научным образом покажет, как это все явилось в жизни Шрилы Бхактивиданты Вамана Госвами Махараджа и насколько совершенна была его жизнь. И сейчас Махарадж приведет еще один пример, с помощью которого можно понять, что гуру вайшнавы, они антарьями, они видят насквозь нас, они видят, сколько чистой любви у нас есть к ним. И вот однажды Шрила Прабхупад очень разгневался, почему? И вот однажды Шрила Прабхупад разгневался. Причина какова? И какие-то преданные в читании матхи а то Шрила Прабхупад он не давал никому отдыхать, если кто-то одно служение закончил, нужно другим сразу заниматься. Это техника садгуру. Садгуру никогда не льстит, не обманывает нас. Только садгуру какие-то удобства предоставляет. А садгуру, если мы закончили совершать одно служение, они дают другое. Это уникальная техника садгуру, чтобы занять нас в служении гуру, вайшнавам и бхагаванам. Обусловленная душа, она всегда хочет отдохнуть, найти какое-то время для соприкосновения с майей, но Кришна и Гуру Вайшнава, они такого не допускают. Садгуру, они пытаются всегда, настоящий садгуру, он всегда пытается нас занять служение. И вот с 10 Vitamin and mineral is coming from Guru Vaishnava all the time. No, don't never try to express any dissatisfaction. Never try to cry. If you at all try to cry, you cry because I cannot do Krishna Bhajan. The only reason for you have to cry. You cannot expect anything from material world. You can expect something from me. You can expect something from Guru Maharaj, Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur.
something concrete from it. If I have my power, I can give you. So this way, you see, all different discussion I am doing today, вот все, что Махарадж говорит, это было предисловие к славе Шрилы Бхактивиданты Вамана Госвами Махараджа, чтобы показать его великолепные качества. И вот Шрила Прабхупад обычно, Шрила Прабхупад, он был очень умен. Вот Шрила Прабхупад, он всегда пытался занять всех преданных в служении. Он никогда не позволял, чтобы был какой-то промежуток, чтобы преданные могли соприкоснуться с Майей и пасть. Но у него вот как кто-то приехал только с проповеди. И откуда он... И вот кто-то приехал, сказал, что все служение сделал, и Шрила Прабхупад он отправил на следующее служение. И вот какой-то саньяси однажды проповедовал, они думали себе как о великих проповедниках, они возгордились, что они такие проповедники, что проповедуют от имени Чайтанья Матха. И вот однажды те саньяси обсуждали с какими-то преданными, которые жили в Чайтанья Матхе. Смотрите, вот тот преданный, он только тут работает, не проповедует, ни харикатху не слушает, бесполезный какой-то, вроде образованный, а занимается только вот огородом. Когда Шрила Прабхупад услышал об этом, Шрила Прабхупад разгневался и сказал, кто вы, чтобы что-то говорить о нем. Это моя ответственность. Почему вы пытаетесь контролировать других? Это моя обязанность. И Шрила Кешава Госвами Махарадж объясняет, Шрила Прабхупад, он настолько... И вот Шрила Прабхупад понял, что эти возгордились, а тот преданный, о котором они говорили, он вроде был обычным преданным, но это не так было. Он просто занимался каким-то простым служением, но Шрила Прабхупад, он всегда... И вот Шрила Прабхупад, он очень беспокоился о том преданном, который совершал служение в огороде. Шрила Прабхупад уже знал, что может быть внешне, согласно каким-то нашим представлениям, этот преданный бесполезен, только в огороде что-то делает. Но у Шрилы Прабхупады было полное сознание, и если с нашей точки зрения он какой-то простой, но Шрила Прабхупад любил его всем сердцем. Он не мог потерпеть, но если куда-то пропадал, он спрашивал, куда он пропал и какова причина. Почему Шрила Прабхупад, он разгневался, когда услышал это. Шрила Прабхупад, всем, он знает, какую огромную любовь, вот тот преданный, который работает в огороде, он какую огромную любовь имеет к Шриле Прабхупаде. Какие-то преданные в храме хотели доказать Гурудеву, что Шримад Кришна какой-то сумасшедший, но Гурудев только засмеялся.
слушай их аргументы. Гурудева нельзя одурачить. Если у нас есть любовь к Гурудеву, то Гурудев, он дарует нам милость. И вот таким образом этот преданный Парампуджипат Бхактивиданта Вамана Гусай Махарадж, его звали Саджан Севак. И он пришел в конце жизни Шрилы Прабхупады, его родственники были учениками Шрилы Прабхупады. Они жили в этом восточном Бенгале, и вот они приехали, чтобы участвовать в парикраме во время Гора Пурнимы. И вот этот Саджан Севак тоже приехал. И вот он слушал Харикатху, слушал о славе Шри Чайтаньи Махапрабху, увидел Шрилу Прабхупаду, услышал его Харикатху, и у него была склонность к служению Гуру и Вайшнавам. Это главное качество, хотя он Шрила Ваман Гасвами Махарадж, нельзя сказать о нем, что он садхана ситха, он нити ситха. Есть много доказательств о том, что он нити ситха, вечный спутник Шрилы Прабхупады. И вот он пришел как первый в Матх, у него была возможность служить Гуру Вайшнавам, и когда Гуру Пурнима закончилась, все начали разъезжаться, но он решил остаться на какое-то время, ну, его оставили, отец и мать начали беспокоиться, почему сын не вернулся. И вот Кешава Гасвами Махарадж, когда отец и мать приехали за ним, Кешава Гасвами Махарадж, он отправил этого Саджан Севака в другое место, чтобы его не нашли. И вот Кешава Гасвами Махарадж, когда встретил его родители, ну, предварительно отправив его в другое место, чтобы его не нашли. Вот они какое-то время жили в Гаудия-Матхе и, не найдя своего сына, уехали. А этот Саджан Севак, он не собирался домой возвращаться. Гуру Вайшнава, они могут насквозь видеть наше сердце, насколько великолепен их взгляд, их видение. И вот Шрила Прабхупад, он очень любил его. Я слышал, какое служение Саджан Севак Брамачарья совершал для Шрилы Прабхупады. Чистил панчапатру для всех преданных, потом мыл тарелки для вайшнава. Но качал воду для участия. Насосы электрические. Раньше были такие колонки ручные, надо было руками качать воду. И вот Ваман Махарадж, он совершал такое служение, и вот и вскоре он, Шрила Прабхупад, был доволен и все его служениями, и дал ему харинам, и не только это. И вот, получив харинам, он начал повторять святые имена, и потом он пошел учиться в эту школу, Бхактивинод институт называется, рядом с Йогапитхом. They can take some extra, 1,000 rupees, 2,000 rupees, 4 class, 5 class. But that time it was not. In our life, father not going to spend even
50 rupees, 20 rupees note. That time 20 rupees are very valuable note. Well, I in the interval time I'm going to master in the teacher room and asking, actually, sir, you told this, I cannot understand. Very please. Нет, Махарадж рассказывает, что раньше на этих репетиторов ни копейки денег не тратили, а сейчас делают так, чтобы наоборот эти ученики как можно больше денег тратили на всяких репетиторов, поскольку в школе толком не учат. Give you teaching about morality. That's why degradation. Teachers there in the after time, they are discussing among themselves all rubbish thing. I heard from one professor, all rubbish, dirty thing. In the interval time, they are discussing among themselves. Сейчас можно видеть, что в Индии учителя очень деградируют и только пытаются как-то выжать побольше денег из этих учеников своих. Ну и видя такое поведение, эти ученики не уважают своих учителей, соответственно. И так или иначе, в то время я Шрила Бхактивиданта Вамана Махарадж, когда вот он Саджан Сева, когда он ходил в школу, он была хорошая память, он все запоминал. И потом возвращался в Чайтанья Махапрабху, совершал служение, никаких домашних заданий не делал. Он все запоминал наизусть. Really so. He hearing from teacher. He need not go through books. He put books in rack and doing seva. And when he appear in exam, he comes fast. He can go mad. А когда он экзамены сдавал, он сдавал лучше всех. Physical side, anything. One time. Heart, memory, but finish. And all the time. Serving Guru Vaishnava and hearing Harikatha from their lotus. Anyway, you are going to arrange this that for Guru Vaishnava. They are naturally giving some advice. That is like Amrita, nectar. By the mercy, by the affection of Guru Vaishnava and Prabhupada, he went on doing his bhajan, harinam. Not yet dikhada. So he cannot touch prasadam at present. At present you cannot act, now you can go, those who are not even Harinam. With Tulsi Mala and Tilak, they are making false, they are cooking. I'm very sorry, I beg for pardon from you all. То есть, смотрите, вот этот Шрила Саджан Севак Бхактивиданта Вамана Махарадж, он не, вот смотрите, пока не получив дикшу, его никак не допускался к раздаче просады и готовке и прочее. Но сейчас, к сожалению, такие не следует такому высокому стандарту. То есть можно видеть, что даже готовят, раздают такие люди, еще не только харинам, не получившие, но и просто посторонние какие-то. Но если такие люди готовят, то их вожделение оно может передаться с тем, кто едят их готовку. И вот Вамана Госвами Махарадж, он совершал баджан прекрасным образом, и никто не знает, какой он великий преданный. И обычно, когда Шрила Прабхупада, он повторил харинам, он ходил по саду туда-сюда. И Саджана Севак, он... Going to open and giving this, you know, dana inside to Prabhupada, Prabhupada doing harinam, taking and doing harinam. This usually when it is especially at the time of winter season, green peas there, Prabhupada like it, Prabhupada taking very big.
So Satyan Seva knowing, now Prabhupada like to get this thing, loving Prabhupada, I'm getting from this small boy, very nice and big, you know. И вот там этот Саджан Севак вот во время того, как Шрила Прабхупад повторил Харинам, собирал до него этот, по-моему, гору зеленый, и открывал и давал Шрила Прабхупаде. И вот после того, как Шрила Прабхупад ушел из этого мира, какие-то необычные вещи начали случаться. Я не буду говорить об этом, как Гаудия Матха разделился на две части. Первую возглавил Шрила Кешава Госвами Махарадж, Мадхава Госвами Махарадж, а другая часть, другие люди возглавили, не хочу говорить о их именах. И вот они завели уголовное дело против Шрилы Кешава Госвами Махараджа без какой-либо причины по ложному обвинению. Его обвинили в убийстве какого-то мусульманина, но как бы до этого дела никакого не было. Потом разделился, вот заявили на Кешава Госвами Махараджа. Там и так было мало, ли, но мало с этих севаков, еще и Гаудия Матха разделился, еще и Кешава Госвами Махараджа в тюрьму посадили, а он не мог, Кешава Махараджа, есть что попало, кто уже готов для него будет. И в этом случае Саджан Севак, он интересовался жизнью Шрилы Кешава Госвами Махараджа, и вот он пошел к нему в тюрьму, и Кешава Госвами Махараджа дал совет, как выиграть это судебное дело, чтобы его выпустили, что нужно идти туда-сюда, того позвать, этого адвоката нанять и прочее. И вот, будучи в тюрьме, Кешава Госвами Махараджа сделал весь этот план, и, следуя ему, его оправдали. И вот, after that, somehow Kesava Maharaj asking, why you are coming? Please meet me. But the devotees, they are sick. They cannot cook. I am not initiated. Этот Саджан Севак, он к Кешава Махараджу пришел и сказал, что те преданные, которые готовят, они не что-то поболеют, чем-то им тяжело готовить, и я не могу готовить, поскольку еще посвящение не получил, а хочу помочь им. И вот Кешава Госвами Махараджа, он дал ему посвящение там, будучи в тюрьме. И он получил настоящую так, мантра дикшу, совершенную мантра дикшу. Если мы спросим пример совершенной дикши, то вот это вот случай, он, это пример совершенной дикши. Несмотря на то, что Кешава Госвами Махарадж был в тюрьме, но все же он дал посвящение Саджан Севаку, и он смог готовить, чтобы кроме Кешава Госвами Махараджа, яги совершал Джаджава Госвами Махарадж, тот, кто получил последний, кто получил саньяс от Шрилы Прабхупады. И вот Джаджава Госвами Махарадж, он организовал эту яги. And calling to Prabhupada, this is the situation, I'm in jail, what to do? By this way, then the case was fine, таким образом, this group, I mean, case of Kusima, all came out successful. Вот следуя плану Шрилы Кешава Госвами Махараджа, его оправдали. Because Kesava Maharaj is so clever. Kesava Maharaj need not appoint any pleader. Kesava Maharaj himself sufficient. Those opponent leader, they become foolish in front of Kesava Goswami Maharaj, so clever. Kesava Maharaj standing and asking, my lord, that boy was killed, right? Yes. How it was? Because of fighting. Now point is that Kesava Maharaj giving. И вот Шрила Кешава Госвами Махараджа, он этому судья. Where the
Ну, в общем, рассказывали, как суд происходил. Вот спрашивали, это мусульманина убили, где убили, где его тело нашли. И как он убит был. На какой-то палкой его убили. И вопрос. Right? То есть люди работают на поле, а где... Ну, в общем, оправдали его. В общем, выяснили, что не Кеша Махарадж его убил, а кто-то другой. И вот его освободили. И вот, и вот Кешава Гусей Махарадж решил не сражаться с этими, другой, отделившейся частью Гаудия Матха, решил свои собственные Гаудия Матха организовать. Это вот было на улице Боспары, в какой-то съемной комнате, в съемном доме. И вот Саджан Севак, вот этот Бхактиведанта Вамнан Гасвами Махарадж, он там служил круглосуточно практически. И однажды Шрила Кешава Гасвами Махарадж, он захотел проверить Саджана Севака Брахмачари, если у него ложное эго или нет. Может, он гордится, что принял посвящение его от Шрилы Прабхупады. И вот однажды Шрила Кешава Гасвами Махарадж сказал, что «О, Гуру Бай». И он начал плакать. Это было его такое, такая проверка. Он назвал Саджан Севака братом Боге, и он начал плакать. Почему вы плачете, а почему вы говорите, что я ваш брат Боге, я ваш ученик? И Шрила Кеша Гасвами Махарадж, он был очень доволен, он хотел проверить его умонастроение, что он принял харинаму от Шрилы Прабхупады, может, он гордится этим, но нет. И тогда Шрила Кеша Гасвами Махарадж, он был очень доволен и дал ему служение совершать Вани Севу. Поскольку у него была идеальная память, если он что-то слышал один раз, он это запоминал на всю жизнь, и вот он совершал Вани Севу. Он начал это служение в день Акшая Трити, в то ли в 42-м году, то ли около того, и вот он начал совершать служение с Шрилы Кешава Гасвами Махараджем, первый мат, который получил Кешава Гасвами Махарадж в Чичуре, и там божество, которым поклонялся сам Шринивасачарья, Гуру Нитьянанда. И вот это был первый мат там. И вот у них вот было такое очень бедное положение, даже лишней рупии не было. И вот Саджан Севак Брахмачари, он был, ему дали Вани Севу, и он начал публиковать Гаудия Патрику. И вот там много прекрасных статей было опубликовано в этой Гаудия Патрике.
И таким образом Гаудия Патрика была опубликована, и даже сейчас я говорю, что во всем мире, те в вайшнавском обществе публикуют различные эти патрики, магазины, журналы. Но смотрите, во всем мире все вайшнавское общество так или иначе. Но все публикуют свои журналы, но я уверен, что я могу гарантировать, что до сегодняшнего дня то вот это Девананда Гауди Матх, он может поддерживать качество вот того журнала, которое было при Шриле Прабхупаде. До сегодняшнего дня я могу гарантировать, что это патрика, этот журнал, он наилучший. Там публикуют прекрасные статьи и не позволяют каким-то глупцам публиковаться в их журналах. Только те, у кого есть прямое чувство баджан, они их просят писать статьи. Они просто, что кто-то отдал какие-то деньги и может там писать, что попало. И так вот качество они поддерживают до сегодняшнего дня. И так или иначе, Саджан Савак Брамачари, он взял на себя обязанности по публикации этого журнала Гауди Патрики и все другое служение. Также Шрила Вамана Госвами Махарадж говорил, что вы преданы из Гауди Матха, вы знаете, как вы можете стать настоящими преданными из Гауди Матха. Then you what Mahamaya was to say, if you can do all seva, not that. А имеется в виду, что если можем совершать все служение, то тогда мы можем номинироваться настоящим Гаудиями. Вот готовка, например, это, например, служение Радхарани. И вот, Бабаджи Махарадж, когда готовил, ну, никого не позволял быть на кухне, поскольку закрывался, чтобы не видно, не слышно и запаха никакого не было, что о том, что готовит Кришна, Кришна первого знала, а не все остальные. И вот таким образом о том, что готовится только Кришна первый узнавал, а все остальные во время просада, поскольку это все будет, ну, готовиться в открытую, то люди мимо проходящие, они обычно вожделены и уже перед Кришной планирует попробовать все. И вот. Really so, I am bound to speak that in Вамана Госвами Махарадж совершал все служение. Я вынужден сказать, что в Веданта Сосайти даже 10 лет назад любой севак, любой преданный, он мог делать все, вот совершенно все. Если готовить, мог готовить, если киртан, то киртан, если проповедовать, то проповедовать, если что-то сказать о Нитьянанде Татве, например, он тоже мог сказать. И вот после того, как ушел Шрила Прабхупада,
Шилакесава Госвами Махарадж, после того, как ушел, все же мы видели, я вынужден сказать, я видел такие качества преданных, они вот очень уважали, уважают Бабаджи Махараджа, все это Веданта Сусайти, но имеется в виду общество, это имеется в виду Деванада Гаудима, Веданта Сусайти называется. И вот то, то есть каждый преданный мог делать чем? Вот совершенно все, что только можно было бы делать. И вот Баман Госвами Махарадж в Ассаме он спрашивал, он пошел собирать подаяние один, Баман Госвами Махарадж, это они разделились, Гуру Пурнима приближалась, и вот с одним саваком они пошли просить все подаяние. И вот потом в конце дня смотрели, кто нас собирал. А вот Баман Госвами Махарадж больше всех насобирал пожертвований, ну, в смысле, подаяний. Баман Госвами Махарадж никогда не игнорировал бедных людей, никогда. Даже какие-то бедные люди, которые даже не могли себе еду, на еду заработать. И вот однажды на какой-то проповеди они попали. Случился сильный дождь, ливень проливной. И вот он, ну, в доме, он в каком-то доме находился, и ну, во время дождя там не только шумно было, еще и крыша протекала, и капала на Вамана Махараджа. И вот Вамана Махарадж, он взял зонтик, открыл его, сел под зонтик и Харинам повторял. А эти преданные начали беспокоиться, а Баман Махарадж сказал, что не беспокойтесь, у меня была возможность всю ночь Харинам повторять. И такое терпение, смирение, я не могу описать его словами. Мы должны практически видеть, какое огромное терпение Баман Госвами Махарадж имел. Я не могу это объяснить. Однажды Шрила Нарайан Махарадж, его брат Боги Тривикрама Махарадж, Ваман Госвами Махарадж, они вас сам отправились в Мегалай или куда-то в ту область. И вот они проповедовали, но и вот, в общем, там все собрались, но дождь начался, такой проливной тропический дождь, и затопило все. You going to Harikatha, who can come? You can go, we are not going. To God brother speaking, who? Those police can come only, nobody going to come. И вот когда время Харикатхи настало, вот вам раз пошел на Харикатху, а остальные там сказали, что что толку идти, тут дождь проливной, никто не придет. И когда Баман Махарадж пришел, то увидел, что тысячи людей пришли на Харикатху. Там они были в воде, но все же пришли слушать Харикатху. И вот
И Ваман Махарадж один говорил харикатху, поскольку никто с ним не пошел, испугались дождя, и больше чем более двух часов Ваман Махарадж один говорил харикатху, и такое терпение, его смирение я не могу объяснить. One day, nobody is there. He's вот однажды нужно было. Ну какой-то журнал составить, в то время компьютеров не было для публикации, составляли вручную эти журналы. И вот он спешил, что нужно, чтобы напечатать эти журналы, и случайно палец отрезал этим печатным прессом, и кровь фонтаном била. И доктор спросил, что случилось, что вы тут сделали. Ну, вот он сказал, что вот случайно палец отрезал и показал доктору. Доктор сказал, что нужно дать до конца обрезать, чтобы не мешал. И вот Ваман Махарадж сказал, что хорошо, обрезайте до конца. И вот он, в общем, что-то сделал доктора, перевязал ему этот палец, и Ваман Махарадж, он поехал распространять журналы. И какую огромную любовь Шрила Кешава Госвами Махарадж имеет к Шрили Вамане Госвами Махараджа. Поэтому говорится Кешава Дрита Вамана Рупа. И Кешава Дрита Вамана Рупа, что Шрила Кешава Госвами Махарадж, он явился в форме Вамана Госвами Махараджа, будьте уверены. Я могу показать всю Сиддханту, тысячи учеников. И все его наследие, все учение, оно находится в строгом соответствии с Бхактивинода Тхакуром, с Шрилой Прабхупадой, тысячи его лекций, тысячи статей, книг. Все это в полном соответствии с учением Шрилы Прабхупады и Шрилы Бхактивинода Тхакура. Without Siddhanta, all total. One by one I can show you. You can feel, if I don't show that who writing this point, you can say Prabhupada writes. Если показать вот какую-то статью, например, и спросить, кто написал, то многие скажут, что это Шрила Прабхупада написал, но это статья Шрилы Вамана Госвами Махараджа. И вот он совершал много служения. И в то время вот Удаманти Махарадж какой-то был, и в то время Тевика Махарадж, Нарайан Махарадж, и вот они проповедовали все вместе, Веданта Саммити было очень могущественно. Если кто-то говорил какую-то посиданту, то они сразу же опровергали такую посиданту. Вот, многие говорят, что Бабджи Махарадж, он ученик Шрилы Кешава Госвами Махараджа, поскольку у него похожее настроение. То есть вот Бабджи Махарадж как-то так получил милость Кешава Госвами Махараджа, первый начал писать какие-то протестные статьи на какие-то острые темы. И вот в Сирафуле на берегу Ганги он пометовал Гурудева Шрилу Кешава Махараджа и писал какие-то вот протестные статьи на какие-то острые темы, которые нужно было написать. И вот я помню, Шрила Вамана Госвами Махараджа однажды, он, Бабаджи Махарадж, приехал из Вриндавана и встретился в Халтар-Багане
там, в этом, в Матхе, в Халдар-Багане, он встретился с Шрилой Вамана Госвами Махараджем, и Вамана Госвами Махарадж посмотрел на меня, и я попросил его, в то время Гурдев ушел, Шрила Пури Госвами Махарадж имеется в виду, и вот я попросил его, чтобы он дал мне больше терпения. И Вамана Махарадж улыбнулся и сказал, что это главное. Мы должны терпеть все, иначе мы не сможем исправить себя. Чистые преданные, они всегда пытаются поместить себя в какие-то проблемы. Чистые преданные, они всегда хотят поместить себя в такую ситуацию, чтобы какие-то проблемы были там. Чтобы можно было взрастить чувство терпения, смирения. Как в случае с Нитянандой, его Джагай Матха, они кинули горшок в него, но Нитянанда не возмущался. Но все же, хотя крови не было в теле Нитянанды и Гуранги, но Майя-деви, она организовала так. Их тело трансцендентное, это просто йога майя сделала так, чтобы для того, чтобы украсить эту человеческую лилу. We cannot say today also I was discussing this point, you can remember. Somebody can express кто-то может сказать, что нету никакой стабильности в баджане, в гите мы находим. Если мы достигнем вечной обителищи Кришны, то нам не нужно будет никогда возвращаться, но Джай Виджая, почему не пали? А кто сказал, что они пали? Джай Виджай, они вечные спутники Верховного Господа. Верховные, и такие вечные спутники, они никогда не оставляют свое тело. А как это возможно? Бхагаватам говорится, но это не... Но Сиддханта какова? Джай Виджай, они были прокляты по желанию Кришны. Когда Чатушваны, они попросили прощения у Кришны, имею в виду у Нараяны. Нараяна сказал, что согласно моему желанию вы прокляли их. И после того, что случилось, Джай Виджай был вынужден родиться как кто? Хираньякашипу и Хираньякша. И вот мы слышали из Бхагаватам, что они пали и получили такое рождение. Но вот опять не совсем так. Нужно слушать из должного источника. Джай Виджай. Что говорит о Джай Виджай, те полубоги на этих небесах, у них есть сиддхи, восемь совершенств. Они могут находиться где-то, но мы не можем их видеть. Даже Хануман, когда он встречался с Ситой на Шри-Ланке, когда Рамачандра отправил Ханумана встретиться с Ситой, он в Ашока-каноне встретился в Шри-Ланке. И Хануман, он полетел в форме мухи. Ну, не мухи какого-то этого мелкого летающего насекомого. Он сел на ухо и сказал, что я Хануман, слуга Рамы, и потом он проявил себя в форме Ханумана, поскольку там и отдал
кольцо Рамачандры ей, чтобы доказать, что он не какой-то обманщик, а от Рамачандры самого прилетел. И Рамачандра, он сделает все, чтобы спасти тебя. И вот когда Хануман, тоже мог так принять какую-то тонкую форму, а Вайкунтха Паршады не могут принять какую-то тонкую форму, они могут сделаться меньше, чем пылинка. И мы не сможем их видеть. У них есть такие йога-сидхи и сиддханта такова, что джай-виджай благодаря их йогической силе, они в этом же теле, им не нужно было оставлять тело. Они сделались меньше, чем пылинка, и вошли в тело Хираньякашипу и Хираньякши, в чрево дити, и родились как два брата. И Шанкарачарья также однажды он дал указание, что я оставлю свое тело на какое-то время. Могут быть тигры, львы, шакалы, волки, но будьте внимательны, я сейчас оставлю тело на какое-то время, чтобы его никто не съел. Из всяких тигров, шакалов и прочее. И вот он оставил свое тело, и какие-то преданные его сторожили. И Шанкарачарья, он вошел в тело какого-то царя, и вот собирались его жечь уже, но Шанкарачарья вошел в его тело и оживил его. И эти были удивлены все люди, что вроде мертвым его признали, но Шанкарачарья, он хотел узнать смысл семейной жизни, и чтобы узнать об этом, он вынужден был войти в тело царя на какое-то время. И после этого Шанкарачарья оставил это тело, вернулся в свое старое тело. Но Сарвадама говорит, что ты ошибку совершил. Я не могу позволить тебя. Шанкарачарья сказал, что нет. То есть это тело одно, а моя душа, она ушла и вошла в другое тело. И также Шанкарачарья это мог сделать, тот же Джай-виджай, почему не мог? И это... И поэтому вот в этой сиддханте, что достигнут духовного мира, оттуда уже никогда не падают, это сиддханта правильно. И вот мы должны с великим энтузиазмом совершать баджан круглосуточно. Когда мы оставим этот мир, неизвестно. Если нам 60 лет, то еще будем 10 лет жить, никакой гарантии нету. И мы должны совершать баджан должным образом. Я хочу еще много говорить о Шри Вамане Госвами Махараджа, но времени мало, и на сегодня конец. Есть вопросы какие-то? So the sloka started there. Pam bhakti yoga paribhavita hissaro jvasase shudekshita patanam nata pamsam jagjad dhyata purugaya vimapayati tattad vapupanayati sadanu urahayu vanchara putru sikvasindhoja parchitanam bhavanam dhushnagyo munam.